जी हजुर को मन में कुछ प्रश्न अथवा कुछ कमेंट हमसे दुई मिनट समय So if you have any questions or comments, you can ask some questions. We have a couple of minutes. Any question? Всем привет, с вами Антон, на канале Антон Фриланс. Вот сегодня я нахожусь в храме Кришны, ИСККОН, это в Паттайе, есть такой храм. Вот, если вы желаете, вы можете его посетить. Здесь каждую субботу с 10 утра устраиваются эти, ну, встречи, как мы читаем здесь веды, воспеваем Хари Кришну, вот, разговариваем на божественные темы. Вот, здесь организовали этот храм ИСККОН индусы, вот, но переводят на английский язык, и иногда еще и индусский на русский переводят, когда есть переводчик. Вот, так что, в принципе, можно понять здесь, можно также потанцевать. Вот, воспалять, ну, мантры попеть, и потом в конце, кстати, самое интересное, дают просад. Это еда очень вкусная, здесь ее готовят иностранцы. Вот, я, может, вам покажу, какая еда. Вот, вот, в общем, находится это место на севере Паттайи, у Накла, улица Соя, 16/2. Вот, вы заезжаете, поворачиваете, ну, если с центра ехать, поворачиваете налево на Соя, 16/2. И это едете, проезжаете по улице, поворачиваете еще раз налево и налево, и вот там будет ИСККОН. Вот. Сейчас я вам покажу, что тут есть. Вот. Сегодня вот даже вот торт приготовили в честь Кришны. Вот очень красивый, смотрите. А, это вот день рождения у кого-то. А вот там дальше, смотрите, вот на столе вот стоит еда, просад. Вот, вот очень много. Вот это, кстати, в очках повар очень вкусно готовит, рекомендую. С днем рождения, Кришна! To you! Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, to you! Krishna, to you! Hare Krishna, Hare Krishna, Вот, приходите каждую субботу, здесь такие празднования, веселья. Можете и покушать очень вкусный просад, такую еду освященную, которая даровалась вначале богам, Кришне. Вот, и потом ее можно кушать, она очищенная, вот, от нее только организм оздоравливается. Вот. Hare Krishna Mataji, all the time.
Вот сейчас поем вот мантры веселые. Сейчас вам покажу, какой сегодня вкусный просад готовят. Вкусный просад. Вот все здесь. Смотрите, сегодня очень вкусный рис готовят. Там такая индусская еда здесь очень вкусная. Фрукты, тортик. Вот. В общем, приходите в храм Искон. Рекомендую каждую субботу с 10 утра до часу дня. Здесь можно покушать, потанцевать, повеселиться. Вот. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Антон. Всегда на канале Антон Флоренс. Всего хорошего, пока-пока. Смотрите, вот такая порция, большая тарелка на каждого человека дается. Достаточно тут можно наесться на весь день. Вот, так что вот такой вот здесь храм Искон. Вот тут даже растут деревья с бананами. Вот, в общем, приходите в храм Искон, рекомендую. Это на Паттайе, на Северной улице. Вот, всего хорошего вам, удачи, все. С вами был Антон, пока-пока.